Доброго дня, шановні друзі. Ми щиро вітаємо вас в нашій бібліотеці, в нашому шатні читальні залі. Нагадую, що ми збираємося в бібліотеці, яка являється територією добра, злагоди і гармонії. Сьогодні ми зібралися з нагоди Дня сміху. Хоча говорять, що зараз таке життя, що не до сміху. Але це неправда. Без іронії, без сміху, без сатири ми, мабуть, би не вижили. Не лише зараз, а взагалі. І інші. Ви знаєте, на кожне покоління приходять свої випробування. Мабуть, для нас зараз випробування війна на сході України. Мабуть, свого роду випробування для мешканців Кемеровської області, зокрема Кемерово, те, що сталося. В першу чергу, ми люди. Ми повинні шанувати і цінити те, що дано нам Богом, як людям. Мені здається, це головне. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про сатиру, про сміх. Посміємося нашим криворізьким сміхом, криворізькими усмішками, з нашими поетами-бардами і з нашими сатириками-криворізцями. Вечір всім. Ну, в общем-то, много лиц знакомых, если не знакомые лица, будем, как обычно, знакомиться по ходу. Сегодня у нас, в общем-то, необычная такая вещь, ну, день вообще необычный. Вы уже поняли, что мы проводим как бы 1 апреля, но это у нас вторая серия нашего Дня поэзии. Первая была 2 недели назад, она была более серьезная. Ну, некоторые могут сказать, так, а почему же, вот, еще не первая, ты календарь, я сказать, видел? Отвечаю, видел. И отвечаю дальше, весны хочется. Поэтому не стали ждать мы еще 2 дня, решили это сделать сейчас. Поэтому это мы как бы продолжаем первую часть, и более того, мы ее после некоторых, как бы так сказать, вариаций, мы ее начнем почти с того, знаете, как вот в фильмах, когда идет там сериал какой-то, когда новая серия начинается, и показывают какой-то кусочек предыдущий. Вот мы, будет небольшое кое-что, я не скажу что, но вы поймете. И потом дальше мы начнем с той песни, с которой мы заканчивали предыдущий день поэзии, и дальше вы поймете. Ну, а поскольку, вы же понимаете, смех – дело серьезное, и поэтому относимся мы к этому серьезно, и поэтому шутки шутить мы не позволим, поэтому мы люди серьезные, каких-то плоских шуток в стиле там «у тебя спина белая» у нас не будет. И поэтому, с вашего позволения, мы начинаем. Сейчас наш маэстро делает вступление, и мы с вами начинаем. Каждый проходит свой личный путь замками из песка. Каждому хочется хоть чуть-чуть выше на полвершка. Пень иногда и на трон похож, толку, что не струхи. В общем, однажды какой-то еж начал писать стихи. Он не воспринял как тяжкий груз то, что он просто еж. Он не вступил ни в один союз, ежик, ну что возьмешь? Он присобачил свою тетрадь к веточке из ольхи, и на союзы ему плевать, просто творил стихи. Ежик укутал плотную нить, он вперёд свой чистый дар. Ежик не стал никому звонить, чтобы создать пиар. И на тусовочный тарарам был как сосна глухим, а комментаторов слал к бобрам, просто писал стихи. Ёжик не думал, что так нельзя, ёжик писал и все. Если ты
ежик, твоя стезя, просто не быть лосем. Кто-то чего-то лауреат, это все тлен и мхи. Пишешь, и этому очень рад, ежик творил стихи. Как оно дальше пошло в лесу, это другой сюжет. Кто-то на шубу пустил лису, кто-то украл бюджет. Вот и союзы не те давно, в каждом нашли грехи. А неизменное лишь одно, ежик творит стихи. Вот и союзы не те давно, в каждом нашли грехи. А неизменное лишь одно, ежик творит стихи. Грибники бывалые собирались тщательно, ведь была объявлена рыжиком война. Две корзинки взяли мы, куртку обязательно, с пятнышком, в которую была я влюблена. Мы дрались воинственно, все в округе видели, как сдались безропотно рыжих племена. Я шагала в курточке гордым победителем, несмотря на то, что с пятнышком она. И на удивление сам полез, и на удивление смело и уверенно сам полез в корзинку одинокий грусть. Он бойцом бывалым был, смелым и проверенным, просто захотел развеять старческую грусть. Мы брели уставшие, мы брели веселые и чуть-чуть уставшие. Тут-то и устроил дождь. Шумный тарарам, мол, ревнует осень он листьями опавшую. Так что разбегайтесь-ка живо по домам. Вот и стала курточка теплою обителью, хрупким домом с пятнышком стала нам она. Как ты грел ладони мне, рыжики лишь видели. И врывалась в душу поздняя весна. В лесу цветочная поляна, какой же ежик без грибов? Какая песня без баяна и без рыбы, рыболов? Два вечера подряд гляжу на поплавки. Погода класс, аж за душу берет. Доест меня комар. Но шансы велики на карасевый клев, а не клюет. Гляжу с мольбою в пруд, карасик роет ил, вдруг пустит пузырьки, покажет рот. Перловка лучший вкус, червяк танцует мил, бери его, хватай, а не клюет. Перловка лучший вкус, червяк танцует мил, бери его, хватай, а не клюет. Стихов моих штук пять прочитано уже, а в том году до них был рыбный слет. Клевали караси, теперь им баранжей даже Пушкина читай, не клюет. И даже Пушкина читай, не клюет. Меняется народ, и рыбка вся, как мы, на что ее ловить? На самолет? На Пушкина вчерась такие шли самы, а ныч и карасик не клюет. На Пушкина вчерась такие шли самы, а ныч и карасик не клюет. На берегу сидит, страдает кот. Сижу на берегу, хозяин на мостках. Погода класс, аж за душу берет. Сосредоточен он, и удочка в руках. Сидим и ждем, а рыбка не клюет. Сосредоточен он, и удочка в руках. Сидим и ждем, а рыбка не клюет. Сидим, а он стихи читает карасям.
переживает, мается и ждет. А рыба пузырьки пускает там и сям, и сверху плещется, но не клюет. А рыбка пузыри пускает там и сям, и сверху плещется, но не клюет. Сидим который час, и сумерки уже, ему бы взять, поставить перемет. Но нет же, он чудак, читает Беранже, и даже Пушкина читает, не клюет. Даже Пушкина читает, не клюет. Вот так сидим и ждем, хозяин мой и я, как ждет сегодня что-то наш народ. Пора понять, что баснями не кормят соловья, вчера склевала, а сегодня не клюет. Пора понять, что баснями не кормят соловья, вчера склевала, а сегодня не клюет. Ну и мы так плавно подходим к такому диетическому блоку, то есть подразумевается, что они там чего-то уже поймали, и поэтому, ну, хотя сейчас и пост, те, которые держат, им вообще жрать хочется. Даже те, которые нет, тоже не любители, тоже любители этого дела. Поэтому они не отказываются, но не будем им мешать. Получился такой небольшой диетический блок. Мы снова наш наладим быт,
белый побледнел, как от простуды. 5 дней тебя со мною нет, на сердце стужа. Вчера купил тебе букет и съел на ужин, но все же говорить прощай. Сам себе готовлю чай, умею мыть посуду и сотни разных вкусных блюд готовить стану, лишь об одном вернись, молю. Не сыпь мне соль на рану, не сыпь мне соль на рану. Я говорю на взрыв, не сыпь мне соль на рану, она и так болит. Не сыпь мне соль на рану, я говорю на взрыв, тем более, что лечу, соль в доме дефицит. Патріотична пісня, слухана в інституті В'ятровича. Не чіпляйтесь навіть, як захочеться, до грудей та інших бабських штук. Пригадайте плив сутлиць на хортицю, славний наш отаман батько Кук. По дорозі скочив він в Австралію, ну а там безбожні та злі з'їли його, сівши під азалію. Чи дикуни, чи кляті москалі, надержись браги та поївши наше сало, вони відчули, що їм замало. А Кук він був собі дебелий козирлюка, вони назад чи може звідавши, що той причалив зрання, аби визвольні там очолити змагання, що мужнє серце патріота в грудях стука, ті вурдалаки загризли Кука. Якщо ж давай прийдуть націоналісти, нас москалів і так не зможуть більше їсти, зась на шлях їх трафить і жорстокий розпука. Бо ми з'їмо їх за батьку Кука. Чтобы вы это поняли, о закуске сказано уже много. Теперь несколько слов и о том, чем ее запивать. А хорошо в деревне летом пахнет смачно, но привычно. Перестает навоз к штиблетам, как у всех аналогично. А у нас для этой цели и для гигиены личной существует банный день. Ну чё, поехали? А мы на тракторе с Серегой едем сами, сами отстегнуть зимы забыли. Ну и хрен с ним, едем в баню, а в санях сидит Андрюха, держит веники с трусами, сам пристегнут на ремень. А вокруг шумит природа, да Кузьмысина косилка, как всегда полно народу в магазине за бутылкой. Председательский УАЗик, грязь заехал на развилке и буксует целый день. Мы помогли, но нам ведь некогда, мы ведь в баню едем. А на деревне знает всяк, знает всяк, знает всяк. Баня это не пустяк, не пустяк, не пустяк. Хоть женат, хоть холостяк. Пиво, веник и нищак. А в бане, братцы, не утерпишь, кроме, честно слово, кроме шуток. Поддаем и в хвост, и в гриву, и на камни, и в желудок. Парим крепко, веник в клочья, запах спелых незабудок.
Ух ты, матушки, иди, привет, Европа, с легким паром. А в сенях сидит Андрюха, морда светлой в зимней шапке. Огурец, наверное, ищет полулежа, шарит пяткой. Сразу видно без бинокля, и ходить не надо к бабке. Хряпнул русский богатырь, не починишь горе маме. А на деревне знает всяк, знает всяк, знает всяк. Баня это не пуста, хей, пуста, хей, пуста. Хоть жена, хоть холостяк. Пиво, креник и нищак. Опа! А трактор-то где-то мы забыли. Утром вспомним, люди скажут. Четверть точно осушили, чтобы кожа была глажей. Андрюху брать не стали. Плохо ходит, сядет, ляжет. Положили в сельпо, ну чтоб не потерялся. А вокруг собаки воют, то ли сну, то ли просто. Дед Степан их матом кроет, ночь луна, горохом звезды. А идти еще три дома по деревне, ох, непросто. На коленках и в пальто, и руки мерзнут без перчаток. Да чтоб вы знали, даже ногти. А на деревне знает вся, знает вся, знает вся. Понятно, пустяк, хрень, пустяк, хрень, пустяк. Тут жена, хоть и холостяк. Пиво, водка, веник, тазик и нищак. Как вы поняли, песня написана все-таки в целях борьбы с пьянством, а не в целях пропаганды. Но скажу несколько слов. Знаете, иногда вот есть в языке очень много обозначений вот для того, кто как, чего там пьет. И я это как-то собрал все вместе немножечко. И вот хочу поделиться с вами своими изысканиями. Это такая, ну не сказать, что энциклопедия, но небольшое пособие. Итак, кто как, каким способом. Итак, ну пошли по профессиям немножечко. Плотники и учителя в доску. Сапожники – в стельку, стекольщики – вдрызг, вдребезги, железнодорожники – в дрезину, извозчики – в дугу, гробовщики – в усмерть, пожарные печники – в дымину, доминошники – в дупе, скотники – до свинячьего визга, писатели – доходят до ручки, разведчики – ползают на бровях. Морякам море по колено, летчикам небо по пояс. Вязальщицы лыка не вяжут. Повара, ну понятно, нажираются. Лесники в корягу, в пень. Доярки в сиську. Мусорщики в хлам. Ну, мы на этом переходим к здоровому образу жизни. Мы же все-таки помним, что у нас все-таки день поэзии. Поэтому, в общем-то, мы все-таки вспоминаем, поэтому мы приглашаем поэзию на сцену. Итак, мадам, ваш выход. Итак, наелися, напилися, напарилися. Теперь переходим к любви. Самые чистые и пьяные. Итак, у нас сейчас весна. А где весна, всегда любовь. А где любовь, там смех и слезы. А иногда и смех сквозь слезы. Картина первая, назидательная. Дрожишь, потеряна меж планетами, в потемках звездное ищешь пламя. Своими текстами, как ракетами, открытый космос бесстыже спамишь. Когда бы кто из твоей головушки прогнал зажравшихся тараканов, твоя беспечность едва бы донышко покрыла крохотного стакана. Но гнать усатых, увы, не хочется. Прикрывшись творческой натурой, скулишь прохолод и одиночество. Найди себе парня, Дора. Нашла. Картина вторая, приглашательная. Иди ко мне, счастье мое, одинокое, дикое, неприкаянное, на ладонь моей птицы и синицы. Спой мне песню свою, короткую, звонкую, а потом я сама отпущу прогонить тебя, пока пальцы мои не свело. Дорогая. Картина третья. Повстречательная, целовательная, согревательная. Так целовались, что лопались губы. Так ревновали, что плавились кольца.
так обнимались, что ребра трещали. Так жарко любили, что целую зиму за отопление не платили. Картина четвертая, ожидательная, скучательная. Я так ты так давно не приходил в мой дом, я соскучилась очень-очень, и даже мой кот. Тенью поникшей остался висеть твой халат. Я его надеваю и окунаюсь в объятия рук рукавов. Мы на кухню идем, курим трубку, пьем кофе, читаем. Мне с тобой тепло и спокойно, вот и повидались. По скрипту. Я до дыр заношу твой халат, не приедешь, и тапочки тоже. Так, картина пятая. Дративлива. Кохаю, чекаю, плачу, сумую, мене це дратує. Пишу, читаю, написано рву. Мене це дратує. Пишу, рву, і знову ж те саме. Кохаю, чекаю, плачу, сумую, мене це дратує. Це все вже дратує. Картина шестая, прозрівательна, заключительна. Де я була, коли роздавали розум? За божевільним коханням у довгій стояла черзі. Отримала, розкуштувала. О Боже, де я була, коли роздавали розум? Епілог. Я біжала за жар птицей. Оказалось, за павліном. Отніму цвітне пір'я і украшу їм шляпку. А сейчас снова о поэзии к музыке, но здесь очень важное пояснение. Знаете, иногда бывает, вот человек, который играет в ресторане, ну их еще называют лабухи там и так далее, они вот принимают заказы, то есть люди этим как-то зарабатывают себе на жизнь. И вот такой вот музыкант ресторанный, ему уже оплатили довольно много, и получается уже деньги-то получены, а еще не все сыграно, и вот остается до закрытия 3 минуты, а у него еще не выполненных 8 заказов. Вот человек, чтобы, как говорится, никого не обидеть и отработать, он, собственно говоря, пытается выкрутиться из этой ситуации. Thank you.
атмосферу капитально, аж чувствуется электризация. Продолжая мысль Анны Петровны, скажу, есть грубый юмор, есть просто юмор, есть тонкий юмор, есть утонченный юмор и есть криворужский юмор. Поэтому вернемся к нашим баранам. Сага о баранах. Однажды через речку, зная ток, взялся вести барана старый волк. Работал он паромщиком в селе, и пусть частенько был на веселе. Считался он работником исправным, хотя в душе был типом своенравным. И вот уже подав немножко пару, он вез по речке целую отару. Командовал отарой старый пес, бараны кушали овес. И все бы ничего, но ржавый трос внезапно лопнул и паром понес. Если бы не остров, испуганное стадо по реке. Если бы не остров вдалеке, трагичен оказался бы исход, все в панике, и блеющий народ покинул срочно тонущий паром и тут же оказался за бортом. Но все спаслись, хвалите командира, который не утратил честь мундира. На острове же тише благодать, и хищников коварных не видать, луга повсюду сочная трава, баранам рай и равные права. Царела тут сплошная демократия, и были они... И были все они друг другу братья. Однако волк прикинул, подсчитал и понял вдруг, что малость подустал. Тоска взяла матерого бродягу, когда он отыскал пустую флягу. И взвыл голодный волк, но вой не вой, а хищник не насытится травой. И, приготовив длинную тираду, отправился он к блеющему стаду. Минуя пса, лежащего в теньке, пристал он перед стадом налегке. Блюдя регламент, ласково воркуя, пред овцами держал он речь такую. «Собратья, други, вам хочу помочь, за вас одних радею день и ночь, я ради вас, святая простота, жалеть не буду сил и живота, не дам голодной смертью помереть, за вас я буду ревностно смотреть, за вами буду ревностно смотреть, и в вашей замечательной компании взойдут ростки взаимопонимания». Найдут для вас зеленые луга, молочных рек, кисельных берега. Везде, всегда везде, ешь не хочу и много, и жить мы будем, как в саду у Бога. Рыдали овцы, блеяли бараны, и стадо было тронуто обманом. Нам нужен вождь, сердца кричало стадо, сплакнул и волк, мол, братцы, буду гадом. Уверовал в святую простоту, в свою незаменимость, доброту, взорвалась. Тут, как видно, слов не надо, в овациях восторженное стадо. Проснулся пес под этот старший шум, зашелся в крик. Рахат его лукум! Какого здесь творится? Что за вздор? Коль сеет в стаде смуту и раздор. Вы что, друзья, объелись белины? Вас волк разбудит сказками, а вы? Опомнитесь и рассудите здраво. Зачем тут волк и по какому праву? Здесь брод недалеко за той дубравой. Воспользуемся этой переправой. Прошу покорно следовать за мной. Мы срочно возвращаемся домой. Но волк воскинул руку к небесам и вдруг завыл истошно. Горе вам, коль бросите насущные луга, где так прекрасна сочная трава, где нет зимы, где пища круглый год. Сбежит отсюда разве идиот? И а псу важны не вы. Его работа доставить вас в кошару до восхода. Который раз заволновалось стадо, куда спешить? Домой? Уж больно надо. Останетесь на острове с вождем. Останемся на острове с вождем. Нам с ним любое горе нипочем. И в стаде воцарится демократия. Мы будем с ним как близнецы и братья. Прогоним пса поганую метлой. Да будет святен этот рай земной. Прогнали пса. Вождем избрали волка. В надежде жить с ним радостно и долго. А волк ходил царьком и хмурил брови, теперь он был для них как брат по крови. Но был тот брат совсем не без изъяна. Во тьме ночной нет-нет, да съест барана. Как выше говорилось, вой не вой, а хищник не насытится травой. Настала осень. Сочная трава пожухла и исчезла навсегда. Бараны к волку, что же делать, брат? А брат воротит нос, мол, листопад – обычное явление к зиме. Ему бараны, ничего себе, да как же так? Ведь мы, чтобы нам спастись, на зиму надо сеном запастись. Трава скудна, стоим ведь на краю, подохнем ведь в обещанном раю. Волк лапы скинул к небу, здесь он дока, и выдохнул на все веление Бога. И те ушли ни с чем, судьба барана – поблеять под могучий глаз тирана.
и кушал Бог, обманутый народ, голодного тот сытый не поймет. Прошла зима, трава зазеленела, но стада нет на острове, в чем дело? Банален и трагичен был конец, всю зиму волк покушал овец, а под конец, когда овец не стало, отправился домой на борщ и сало. А по весне, как опытный старпом, устроился на новенький паром. И ставка выше, бонус премиальный, да и пакет, что важно, социальный. Не жизнь, а полный фарш, сплошная песня. Жить хорошо и даже интересно. А пес по осени нашел свою кошару, взялся пасти еще одну отару. Узнал хозяин про беду с паромом и снова нанял пса с окладом новым. И тоже с предложением специальным, да выгодным пакетом социальным. Что ж до баранов, нет у них окладов, тарифов, премий, отпусков, откатов. Когда ведут барана на заклание, ты не услышишь грозное рычание. Баранов знают всяк, везде, повсюду. Желательно они к любому блюду. Скажу как есть, что правдой, что обманом, баран всегда останется бараном. Я хочу вас познакомить с двустишьями. Помните с детства у Пушкина? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Но это без юмора. А вот то, что я нашел в бесконечных глубинах интернета. Есть все же разум у Вселенной, коль не выходят на контакт. Вдали, приметив пляж нудистки, живее побежали бурлаки. Всего, что нам наобещали, никто у нас не отберет. У Ольги каменное сердце. Вам лучше в голову стрелять. Насчет спиртного. Норму знаю, но столько выпить не могу. По навигатору я в тундре. Зачем здесь негры? Не пойму. Раз геи так парады любят, так шли бы в армию служить. Сначала сделайте дороги, потом искореняйте мат. Я обещал на вас жениться, ну извините, психанул. Ничто не вечно под луною, завел мой врач издалека. О том, что я вас пожалела, я пожалела много раз. А в холодильнике ночами еда полезней и вкусней. У истинной домохозяйки и педикюр под цвет борща. Я сквозь наркоз хирурга слышу, а это Мурке отдадим. Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли. Да, я сулил золотые горы, но вот о шуле лечь не шла. Хотел вас встретить хлебом с солью, но хлеб в берданку не впихнешь. Придется выпить за здоровье. Само-то ведь оно не пьет. А из смирительной рубашки смотрели добрые глаза. Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию, а жить? Все.
для дурака, конечно, невозможно не спеть песню о них. Песенка о дураках. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что он любит учиться, а дурак лежит. Сколько дураков в своей жизни я встретил, мне уже давно пора орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, ты делал во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нет, улетели все. Ах, сны мои детские, какая ошибка, в каких облаках я по глупости летал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет куда, он любит одиночество привычнее всего. И вот так просто взять голыми руками, скоро их повылать всех одному. Когда ж их повылать наступит эпоха, которую не высказать и не описать. С умными хлопотно, с дураками плохо, нужно что-то среднее, так где же ж его взять. Дураком быть выгодно, но очень не хочется, умным очень хочется. Но кончится битьё у природы на устах коварное пророчество. Может быть, когда-нибудь в среднем найдем. Видимо, когда-нибудь в среднем найдем. Ну и сейчас мы продолжим немножко тему. Поэтому небольшая такая лекция по физике. Некоторые из вас, наиболее наблюдательные, видимо, заметили эту схему. И, в общем-то, некоторые даже, может быть, вспомнили что-нибудь из своего школьного курса физики, но для тех, кто его не помнит, я все-таки его напомню, поскольку в жизнь мы выходим из школы и дальше сталкиваемся с некоторыми реалиями. Итак, я напоминаю, о чем нам учили в школе, о чем нам объяснял, но не все понимали, дедушка Ньютон. И его три закона, ну вы видите, пять цифр, ну до этого мы дойдем. Итак, я не буду много говорить, а просто показываю о том, что все помнят. Первый закон Ньютона гласит, как вы заметили, о том, что все тела обладают инерцией. И на этом мы поставим точку, она здесь, судя по всему, поставлена и без нас. Ну, второй закон Ньютона, он настолько прост, что я даже ничего не буду здесь объяснять. Все помнят и так. Ну, а те, которые не помнят, они делают вид, что помнят. И, в общем-то, этого достаточно. Вот. Ну, теперь приближаемся к третьему закону, он очень важен. Это пределы школьного курса физики, но это уже на стыке школы и реальной жизни. Закон гласит о том, что всякому действию существует противодействие, направленное в противоположную сторону. То есть, ну, в общем-то, мы с этим сталкиваемся довольно часто, но на этом школьный курс физики заканчивается. Дедушка Ньютон не обо всем знал, ну, ему, может, было немножко легче, как минимум история была, короче. Итак, многие люди, выходя из школы, они потихоньку как-то интуитивно осваивают четвертый закон Ньютона, о котором даже сам сэр Исаак Ньютон, он даже не догадывался. Итак, четвертый закон, он очень прост, те, которые освоились, пользуются им очень охотно, и некоторые с довольно-таки большим успехом. Итак, этот закон гласит, для тех, кто еще не понял, я просто расшифрую, да? То есть он гласит, чем наглее рожа, тем меньше сопротивление. Очень многие люди пользуются им с успехом, но это еще не высшая степень посвящения. Люди, которые достигли высшей степени посвящения, они переходят на стадию изучения пятого закона Ньютона. И использование его против тех, кто активно освоил четвертый, но не продвинулся на более высокую степень развития. Не буду томить, объясняю, и вы сразу все поймете. Итак, пятый закон гласит. Тело, посланное нафиг, назад не возвращается. Э,
спасибо за внимание, а сейчас очень важный момент. Сейчас перед вами выступит уникальное трио. Уже у него, у этого трио уникальное название. Оно называется «Квартет». Ну, опять некоторые самые сообразительные понимают, что чего-то тут не так. Подскажу для тех, кто не понял. Один из них там за двоих. Кто именно, вы, в общем-то, поймете или догадаетесь как-нибудь сами. Итак, пожалуйста. Славетна земля Криворізька не тільки своїми природними багатствами, але й майже героїчними своїми людьми. Бо тяжка і небезпечна праця гірників і металургів, а пережити всі негаразди життя допомагає їм і та й всім нам здоровий глузд, добре, здорове почуття гумору. Тому до вашої уваги бібліотека 10 презентує ось таку чудову виставку, що називається «Криворізькі сміхотворці». А ми, як Юра нас об'явив, вже тріо, майже квартет, новостворене, спонтанно створене, ми хочемо доповнити голосовою ілюстрацією представлені тут твори. І почнемо, звичайно, з найславетнішого гумориста радянського, українського і криворізького Павла Глазового. Тим більше приємно це зробити, що ті, хто живе тут на Артемі, я жила на тій вулиці, знають, що у колишньому вулиця Балакіна, вона тепер зараз носить ім'я Павла Глазового. Тож, Павло Глазовий, декілька гуморесок. Гостинний Іван. Сидить Іван у скверику, сало уплітає. Африканець задивився, аж слину ковтає. Лиш коли угамувався апетит Іванів, він сказав: «Звиняй, чорнявий, немає бананів». Догадливий чоловік. Чоловік спитав дружину, мов кольнувши шилом: «Викликав тебе директор сьогодні на килим?» «Ой, злякалася дружина, як ти догадався?» «В тебе весь узор від килима на спині остався». Допотопне прізвище. Прибіг якось до райради: «Тягни рядно Сава. Прошу прізвище змінити, ось моя заява. Бо моє вже застаріло, допотопним стало. Я нове собі придумав, тягни одіяло». Хочу нагадати вам, що наш славетний земляк Павло Глазовий зустрічався ще з одним письменником криворізьким. Всі, багато з нас знайомі з ними, я теж, це Василь Сичов. У 2000 році це було, і Василь Сичов приїхав, він їздив в Київ до нього і приїхав туди дуже окрилений. І хочу вам показати ось такий альманах-символ, де про нього дуже, про цю зустріч дуже добре написано. Творчість яскравого криворізького поета Василя Сичова, який передчасно пішов в життя в 2014 році, добре відома на Криворіжжі за його публікаціями місцевих періодиців, книгами «Сміх», «Діти добре серце» та багатьма публічними виступами. Його гумор і сатира отримали схвальну оцінку славетного земляка, патріарха гумористики Павла Глазового. Душевним і добрим словом класик українського гумору благословив його такими словами: «Хай мати Божа вас голубить, снаги і сили додає, радію я, земля чуюби, що ви такий на світі є». І ще одне посвято. Нехай гумор Василя людям душі звеселя, і ніхто не веселя, хай зубів не оскаля, бо ті зуби без усіль може вибити Василь. І зараз перейду саме до вірших Василя Сичова. «Свята простота, ну й чай у вас, сусідка Ганна, Савелій цмокає язиком, і сам смачний, і колір гарний, дружив би вік з таким чайком.
приємні слова хвали. Це чай з Цейлону, хто зна звідки. Мені знайоме привезли, сусід дивується добряче. Ти бач, а досі ще гарячий. І таке коротке звертання до людей, воно зараз дуже актуально. Не наламаю, мабуть, дров я, як прокричу до люду зрання. Дорожче власного здоров'я, його, панове, лікування. Ще один відомий на Криворіжжі, наразі відійшов вже інший світ, Микола Харитонов, який дуже часто тут на стінах нашої бібліотеки читав свої байки. Він гуморист. Лише декілька. Микола Харитонов. Козу не повезу. Бабка у таксі козу хоче запроторить. Я козу не повезу, їй таксист говорить. Та не бійся, ця коза без шкідливих звичок. Нещодавно ж ти казав, що озив ти личик. Порушив етикет Микола Харитонов. Жінка каже чоловіку, чи ти чув новину, що на голову Петрові упала цеглина? Ми з дружиною стояли, своєю з іменин вертався. І якраз біля під'їзду випадок цей стався. Цього, може, б і не сталося. Тут нема секрету, якби Петро не порушив правила етикету. Чоловік відповідає. Так йому й треба. Йому жінку не... Чому жінку не пускає попереду себе? Ще один гуморист. І ще один гуморист Микола Олексієнко. Він широко, але в бібліотеці в нас теж часто буває. Книги я тут представлена. Інспектор Петренко. Інспектор Петренко, маю трьох дітей. Та я ж не порушив, їхав без людей. Бачу, не порушив, їхав без людей. Але ж я, Петренко, маю трьох дітей. Машина право не знає. Зупинив інспектор жінку і штраф вимагає. В мене Опель ще новий, він правил не знає. Криворізький гуморист Яків Браницький. Історичний факт. Про шкідливість тютюну говорить не варто. Всіх за пояс я запхну історичним фактом. Древні греки жили строго, диму не ковтали. А ти знаєш хоч одного? Всі повимирали. Тобто можете палити, ніби така думка. Про скромність. Немає скромності в друїда. Курити кинув, скрізь кричить. Мій чоловік аж двічі кинув. Але ж не хвастає, мовчить. Червоний ліс. Вибачте, червоний ніс. Чому це втратка твого, Ліля? Червоний ніс вже третій рік. Тому що він тепер з похмілля щоранку п'є томатний сік. Делікатний. В калюжі об свиню перечепився і влігся поруч. Далі йти нездатний. Духи ж паскудні в тебе, одвернися і не хропи, я дуже делікатний. І є в нас такий... Ну, на Криворіжжі відомий Григорій Гавриленко. Він буквально зателефонував недавно, і зараз він в лікарні, але серце в душі він з нами. І його невеличка така мініатюра. Він, до речі, її присвятив Василю Денезі. Це північний Криворіжжя. Називається «Доля клята». Сон, тривога, місяць. Сонце, ранок, спальня, душ, світлиця, сіни, ганок. Чорний кіт прибіг, бодай був здохнув, зачепився,
гепнув з добре, охнув, встав, пішов, ганделик. Пляшка втрюх, впала, лопнула, серденько тюх. Горе, розпад, сльози, доля клята, ще й не пив, а гроші взято. Як бачите, наші криворізці витримують рівень гумору. І я б хотіла вас запросити до нас до бібліотеки не лише просто як глядачів, а й познайомити з цими авторами. Читайте, будь ласка. Дякую. Были некоторые мысли из жизни людей, сейчас вот некоторые мысли уже музыкальные из жизни не только людей. Ну, в год собаки невозможно ничего не исполнить собачьего. Особенно если жена по гороскопу собака. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни, а жизни собачьей. Собака бывает кусачей. Собака кусает зубами за пятку, собака съедает каждую лошадку. А с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее забывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает каждую лошадку. С ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска. И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Собака несчастная, очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака. Поэтому лает она, как собака. И каждому ясно, что эта собака всех без разбора грызет. Прекрасна собака, лежащая в будке, у ней расцветают в душе незабудки. В желудке играет кларнет, но шутки с собакой бродячей, бездомной, опасной, особенно полночью темной. Вот самый огромный, вот самый собачий, огромный собачий секрет. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей. Собака бывает кусачей. А еще я хотела сказать в продолжение сказанного Юрой, что каким бы ни было ваше здоровье, его все равно хватит до конца вашей жизни. Это не я, это кто-то умный. И опять отдел собачьих снова к делам человечьим. Мне нравится. Мне нравятся башни, пингвины, Лёша и вишни, чешуйки браслетов серебряных, танец сальса, смешные картинки, буквы всякие, нежность, весеннее небо, 13 колец на пальцах, чугунные ванны, игрушки для самых мелких, блузки в горошек из легкого крепдышина, короткие стрижки, парки,
а в парках скамейки, боксерские груши, кузнечики, море синее, ручки, цепочки, хурма, целый свет, телефоны, твой сонный голос, танцоры фламенко, гонки, клетчатый плед, портсигары, часы напольные, строчки граффити, поступки, но только не подлые, тени под вечер, флакончик духов, зажигалки. Дарю это все вам. Берите, не жалко. Спасибо. Ну и опять, все-таки в год собаки, все-таки не забываем о людях, и все-таки есть всегда что сказать. Живем сегодня. Вчерашний день уже прошел, и мы живем сегодня. Давайте чувствовать себя счастливо и свободно. Мы нынче будем больше всех друг другу улыбаться, дарить всем шутки, звонкий смех, без памяти влюбляться. И делать будем только то, что больше всего любим. И станем говорить друзьям, как счастливы мы будем их видеть, слышать, понимать и чувствовать их руки. Как радостны сегодня мы, нет времени для скуки. Живем сегодня, не боясь, что принесет нам завтра. И проживем его, смеясь, и пусть звенит гитара. Мы славно прожили его, с теплом, добром, свободно. И каждый следующий день мы превратим в сегодня. И будут вновь улыбки, смех, они ведь вечно модны. И заживем мы лучше всех, так будем жить сегодня. Пусть нас тревожит и волнует что-то, оттягивает руки наша кладь. Найди же силы, превозмочь заботы, не сдаться и от жизни не устать. Расправь же плечи, голову повыше, и взор свой прямо в небо обрати. И улыбайся солнцу, людям, ветру, как будто друга встретил на пути. Даря улыбки, шутки, комплименты, ты раздаешь другим небесный дар. Он станет ярче и к тебе вернется, чтоб по пути зажечь любви пожар. Так улыбнись, и станешь ты моложе. Так улыбнись, и будешь ты добрей. Отдай улыбку, и получишь друга. Десятки, сотни, тысячи друзей. Твоя улыбка, флаг твой и спасенье, она маяк, негаснущий во мгле. Так улыбайтесь, смейтесь чаще, люди. Спасем друг друга на своей земле. Так и хочется во след сказать: Боже, какой замечательный тост. Ну, а сейчас тоже немножко необычный музыкальный номер. Его можно было бы назвать, сами авторы его назвали, «Игра по-черному». Имеется в виду, что один из авторов будет играть полностью только на черных клавишах. Ну, как в жизни, да, у кого что-то белое, черное. Итак, пожалуйста. Как пианист я не играю, и в опере я не пою, и всякий раз не понимаю, зачем перед вами я стою. Поэтому я сяду, с вашего позволения. Thank you.
как-то потихоньку заканчивается. Мы всегда надеемся, что заканчивается все плохое. К сожалению, хорошее тоже заканчивается. Но пока оно еще не закончилось, нам есть еще сказать вам в конце. И именно этим мы и займемся. Не грусти, не печалься о встрече. Я вернусь в город нашей любви. Тихой песней, в такой же вот вечер, постучу я снова в окна твои. Тихой песней, в такой же вот вечер, постучу я снова в окна твои. Где б ты ни был, друг мой самый большой, я всегда с тобой. Сегодня перед вами. Первым упомяну Женю Пантелло, которому в ночь на работу он уже ушел, поэтому я называю его первым. Всех остальные. Лариса Данилюк. Семен Столянский. Михаил Федорчук. Александр Ильинский. Ирина Лосковецкая. Наталья Абина. Смешанный дуэт, потому что один умеет играть на пианино, а другой нет. И Коля Делябин просил после того, когда будет все закончено, у него есть еще что вам сказать. Пусти мне. Все, присаживайтесь. Добрый день! Всех поздравляем с наступающим праздником Днем Смеха. И вот в канун такого праздника случилась такая оказия у нас. Сегодня утром прозвучал звонок телефона, звонили с отдела культуры нашего горосполкома, с мэрии. И сказали вот такую вот новость, что значит мы уполномочены американской компанией
Euromusic Travel, которая нас, значит, уполномочила вручить вот эти вот письма нескольким участникам вот этого творческого коллектива. Значит, был онлайн-отбор, и эти люди удостоены чести представлять нашу Украину в Европе. Значит, компания оплачивает полностью все, то есть перелет, питание, проживание. И еще выделяет определенные средства дополнительные на развлечения. Вот. И мы не знаем, кто был выбран, кто этот номинант, кто поедет в Европу. Поэтому сейчас при вас мы будем открывать эти конверты, в которых находятся паспорта. Биометрические, уже новые для проезда в Европу. И, естественно, деньги, которые необходимы будут на развлечения. Итак, первый конверт. Euromusic Travel. Все серьезно. Страна Норвегия. Кто же поедет в Норвегию? Просто я очень интересно. Кому так повезло? Да. И биометрический паспорт. Там написано чей. Читай, пожалуйста. Как отрубил, сказал для всех. Ловил, ловлю и буду. Зимой, весной, в жару и в снег. Чихал я на простуду. Прошу. Паспорт показывай. Биометрический паспорт. Финансы, пожалуйста, все честно. Все серьезно. Ну и некоторые пожелания, если автор, владелец захочет, он может там там с обратной стороны есть пожелания. А улыбка будет без сомнения. Без сомнения. Пусть коснется наших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вперед вашего путешествия. Путешествие начинается завтра вылет, а сами гастроли начинаются 1 апреля. Значит, зелень. Настоящий. Euromusic Travel. К вашему вниманию. Англия. Столица футбола. Ба-ба-ба-бам. В Англию отправляется. В Англию может поехать при его желании. Я думаю, он не откажется. Читай кто? Как мощный сверхаккумулятор впитал в науку многих лет. Непревзойденный литератор несет нам знаний яркий свет. Куренко Григорий Григорьевич, подойдите, пожалуйста, за получение путевки. Аплодисменты, пожалуйста. И каждому вам же в наше время удается съездить. Это дальняя страна. Спасибо. Поздравляем, вручаем паспорт. Не теряйте, действительно, до следующего апреля. Да, паспорт годен, в течение года, следующего 1 апреля нужно будет заменить. Ну что ж, Жубайску приветствую. Аплодисменты, пожалуйста. О. Вытаскивай кто-то. А страна какая? Греция. Греция. Греция у нас... Страна мифов, легенд, преданий. Уже та самая Татьяна. Конечно, это же она. Умна, талантлива, желанна. И с музой много лет дружна. Татьяна Кошин, Греция. Денежки не потеряйте. Денег полный кошелек. Номинант. Поездка. Страна любви, Франция. Страна на романтике, любви. И не только. Опять весна, опять мне хочется в Париж. А вы там уже были? Нет, я уже хотела. Нет, я хотела. Мечта. Итак,
Франция. Паспорт нужно прочесть, конечно. Характеристика краткая, но емкая. И всяк, кто эту пару знает, в читальный зал, как во дворец, войдя, с восторгом понимает. Звучит мелодия сердец. Санта, Клода, Данила. Получите, пожалуйста, Данилу Клодку. Всего доброго. Поздравляю. Вот здесь у вас шанс ездить в Париж. Спасибо. Не зря я говорила, что и последняя номинация. Хочется. Это кому-то трудно повезло. У месяц ты какой-то конверт и повезу. А какую страну? Какую страну? Почему-то Норвегия, Англия, Греция, Франция. Круто. Соединенные Штаты Америки в конце тура. Это уже там гала-концерт, наверное. Интересно, будет. Кому так повезло. Ну, и сумма я вижу здесь. Ой-ой-ой. Ух ты, давай подержу конверт. Посчитай, сколько там денег. Сумму держи. Штука. Лимон. Штука баксов. Лимон. Руководить, рукой водить. Но не для Юры, не про Юру это. Любые может сотворить, и ручкой он сюжеты. Пошла так футбол, конечно, не как в Англии, но тоже поехать можно. На следующее мероприятие с вашими впечатлениями. Спасибо. Я быстренько выскакиваю. Ну, во-первых, Юра, если бы вы провели вот это замечательное, эту встречу, 2 недели назад весна была бы уже здесь. Так что, ну, надо было подсуетиться. Все равно надо было начинать. Подсуетиться надо было немножечко. Дело в том, что я сегодня вот услышала и о том, что вот весна приходит, там любовь, и куда голова девалась, и где мозги, потом скамейки, потом вот это, да, это все признаки весны. И вот я с высоты своего возраста хочу, прожитого опыта, хочу пожелать, дать совет. Тут я вижу очень много молодых, красивых, вечно молодых, красивых женщин. Я хочу поделиться с вами своим опытом, поскольку скоро начнутся скамейки, будем выходить на них и смотрите, что может произойти. Вот нагадал мне попугай счастье по билетику. Я помчалась в супермаркет покупать косметику. Наложила макияж, тушь, парик, ресницы, села в парке на скамейке в ожидании принца. Ветер шевелил листву, капал дождь на цветики, на ресницы, на парик, на мою косметику. Час сижу другой, начинаю злиться. Где мечты моей герои? Ну где моя жар-птица? Я уйти была готова, лопнула терпенье. Силуэт вдали заставил изменить решение. Сердце громче застучало, вся оцепенела. Руки я к груди прижала, взгляд поднять не смела. Приближался звук шагов, замер у скамейки. И к ногам моим упали по две копейки. Я отправилась на площадь, где играл шарманщик, на которого работал попугай-обманщик. На меня смотрели оба, не скрывая страха. Перестал играть шарманщик, прочь мчалась птаха. Кто-то из толпы зевак протянул мне зеркало. На себя в него взглянула, все вокруг померкло. Привели меня в сознание суперпрепаратами. Надо мной склонился принц, врач-реаниматор. Попугая ли слова роковыми были, или девочки-медсестры макияж мой смыли, только принц не отходил от моей постели. Сердце мне свое отдал через 2 недели. Если выпадет вам счастье по судьбе билетику, верьте в чудо, в рок, в себя,
но только не в косметику. Я уже вас уважаю, что вы, ну, наши постійні глядачі. И вы знаете, все, что происходит тут, это великий труд. Это правда, великий труд. Оцих всех людей, которые до нас збираються и сидят до 10:01 вечера, говорят, все вирішується целой командой. Что, как и когда. Анонсом я скажу, что 20 квітня о 17:01, це третя п'ятниця, у нас відбудеться зустріч із, ну, все рівно, як скажу, з художником Віктором Новаком, з його картинами. Його немає вже в живих, але картини, його творчість живе. Картини до нас приїдуть, прийдуть всі його друзі, учні, прийде його дружина і прийдуть ці люди, які для вас розкажуть про нього і не лише про нього. Це ще я хотіла сказати. Хотіла вам сказати, що завдяки вам у нас у читальній залі світло, тепло, ошатно, красиво. Ви знаєте? Дякую вам. Я хотів би поставити жирну крапку, розказати анекдот. За любов? Електричка. Електричка Львів-Самбір. Їде. Посеред поля зупиняється, заходять озброєні люди. Йдуть по вагону. А ну, шановні, хто мені скаже, котра година? Тиша. Піднімається негр, каже, за 20 хвилин сома. Сідай, Семко, і так бачу, що ти не москаль. Я хотіла б, щоб ви зараз подарили їм оплески, це нашим операторам. Операторам, які до нас безкоштовно приходять, знімають і потім виставляють це все в інтернеті. Це Віктор Петренко. До слідуючої зустрічі. Бережіння – це тепло, що у нас є у людях, в наших серцях. Будьмо людьми, справжніми людьми. Шануємо одне одного. І тоді все в нас буде добре. Тепер вже, мабуть, дякуємо.